Собирали посылки для солдат жителями Хакасии, организациями и предприятиями, волонтерами. Аккуратно в каждой коробке все сложено четко по списку. Тактика, маскировочные сети, медпрепараты, пятиточечники, продукты, инструменты и прочее. Гумгруз отправляется в путь в Донецкую и Луганскую народные республики. В этой же фуре к нашим бойцам поедет еще один УАЗик. Сейчас, говорят общественники, наши мужчины на передовой очень нуждаются в репеллентах. А еще в качестве перекуса, отмечают волонтеры, парни активно используют гематоген. Главное, чтобы он не был в шоколадной глазури, иначе тает быстро и плавится на жаре. В жару, конечно, что надо? Ну, во-первых, чтобы у меня была сменная одежда. Элементарно тонкие носки, трусы тонкие, там футболки, потому что, говорю, они же там ходят не только, вот как мы с вами в одежде, жарко, легко одели, пошли. У них еще 20-30 килограмм обмундирования, то есть во всем этом под 40 градусов и свыше 40 даже у них бывает. Это, конечно, жарко, они приходят все мокрые, грязные, стираться им некогда, да и сил как бы на это нет. И чтобы ребята могли прийти, как бы быстро переодеться в сухое, в чистое, уже более в комфортных условиях отдохнуть. Добавим, посылки для солдат можно передавать в Общероссийский народный фронт, либо приносить на склад в Абакане по адресу Кирова, 20В. Он работает каждую среду и четверг с 9 до 17 часов. Надежда Савельева, Михаил Кудрявцев. Новости.